тут типа всякое это можно покупать скины, походу, на оружие за донат. Либо самому копить. А, слушай, ну можно вдвоем. В натуре вам с напарником предстоит сражаться с другими командами из двух человек. Слышь? Хрена себе. Бать, вот эту тему. Че, игра нажимается? Да, нажимай, играть обучение. Да, он для двоих, для четверых, по-моему, даже есть. Фига себе. Там только на дубинах? Нет, почему? Если дроп залутаешь. С дропом там я дробовик сильно лутал, потом пистолет. Там, короче, смотри, когда собираешь этот биоматериал, у тебя с каждым уровнем, то есть там 5 уровней, у тебя повышается дамаг и здоровье. Что там броню можно лутать. Са жесткая. Музыка громко. Я тут с ноги бьет, блядь. Наеб, блядь. Так в Дэн Клатче так же был. В Дэн Клатче там даже с двух ног можно было прыгнуть. А попробуй это. Короче, прыгни и нажми Е. Да-да, у меня нога.
Бля, что тут жать-то? Да, ну управление не очень. Прицел на колесико, на правую кнопку мыши там бросать эти предметы всякие. Везде античит поставили даже. Там Антон что там играет в этот или часы крутит? Часы крутит. Жук ты какой. Надеюсь, мне крашить не будет больше. Ну что, бывает такое, в некоторых играх, когда с дискордом играешь, крашит. Тело хавского компа. Да комп нормально. Хотя, может, видюху уже просто не поддержит. А, да, видюху хоть 2013 года. Ну, так-то само все нормально, если бы к ней драйвера бы выходили. Пиздато, чтобы все оптимизировали, то тащил с нахуй никому не надо проще новый впаривать. Даже погодные условия есть. О, ебать, лук, ебать, первый раз наш. Лук от пиздаты на тему. Стрел по нему найти. Как там метать нож? На правую кнопку мыши. F1, F2, F3 выбираешь там. Че тебе? Тихо не метается. Иначе настройки посмотри. Ну задерживаешь и кидаешь просто.
А. Понял. Налево, потом направо. Чё так долго-то, блядь, господа? Сам пизда, то что стрелы собирать мог. Ебать, я понял, как тут быстро качаться. Типа надо именно с самого начала пиздатую эту хуйню залутать большую. Короче, эти коконы такие. Блять, одну сейчас хуйня. У меня твое оружие переключается. Обучение пройдешь, тебе по идее должны одиночную спустить. Сыграйте, там что будет не понять, тебе буду метательные кидать на правую кнопку мыши. А как менять? На F1, F2, F3, F4, по-моему. Сначала взял, блядь, так быстро развился. Ага. А чё вы? Почему машрум это триггерит? Ну, сказал, не хочешь с нами играть что-то. Заебался. А заебался. Чё, это баксы засветили? Мы его обосрали просто, он не хочет больше. Чё, стряслось?
да, как обычно. Че вы проиграли? А-а-а. Не, ну... вторник умер. Реактик добивает. А че у Юрки-то хлопнуло? Дверь хлопнула. Ну он обещал вернуться? Завтра. Только. Да, отдыхать пошел. Что за частный матч? Это одиночный сол. Welcome to Dying Light: Bad Blood, a fast-paced multiplayer action game where you. Да пошло, блядь. Что так громко? Музыка, блядь. Еще выключить ее хочу. Антан, ты взялся и... Бля, что тут делать-то? Че, беги и посараем по всяким лутайся, там ищи припасы. Алло, чё? Звал? А, вы Bad Blood. Мне показывают Bad Blood. Блять, блуд. Да, Bad Blood. Blood. Че, этих бегунов надо убрать? Там, да, смотри, вот эти хуёли, потому что я погиб. О, блядь, сука, ёбаная мать, блядь. Что ты видел, кого сейчас я ебашу, блядь? Огромного этого разрушителя, понимаешь? Да. Чё, да, реактив, как такой там линк был? Блядь, я же диски был. Посмотри в дискорд. Все, у меня еще 5-й уровень будет, бегу к вертолету, бля. А, нихуя не 5-й. Надо еще набрать чуть-чуть. Yeah.
Да, когда двуручным оружием еще сложнее. Папа, мне страшно. Стой, блядь. Папа, мне страшно. Бля, чуть-чуть еще, сука. Тебя надо, короче, собирать там лутаться. Вот этих, как его, блядь, цебук называется-то. Короче, пробирки эти. Пока до шестого не дойдешь, или пока время не кончится. Просто если у тебя время кончится, тебе походу придется там еще собирать у вертолета, как я понял. Пробирки или что? Малое гнездо? Да, 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 из гнезд вот это надо материалы собирать. А сколько надо собрать? До шестого уровня. Ну, чтоб пятый заполнился. Че, я хотел полный. Бля, чуть не хватило. До первого уровня. В общем, бегай, лутайся, там всякие эти мины, там можешь больших этих разрушителей кинуть. И они, эти разрушители, они не могут из определенной зоны выйти. Ты можешь там, к этому краю подойти, и когда они промажут по тебе, ебать сильно так. Сейчас за эту катку убил двух бегунов, двух разрушителей, одного громил. Еще маленький гнездо. I earned four level. Ну типа уровень я понял, что тебя на английском что ли? Нет, я сам на английском. Страшный день.